знаете, к нашему автопрому отношусь очень, с одной стороны, с улыбкой, скептически, а с другой стороны, у нас сделали очень неплохие машины, реально. Вот. И судя по ситуации, которая происходит сейчас в мире, конечно же, наши машины должны быть лучшими. Это можно сделать. Вот. В свое время я имел отношение и к этому вопросу. Со мной рядом находились ребята, которые моделировали, конструировали, делали машины и готовы были предложить вариант для президента на базе наших машин, вариант для армии, вариант для медицины, для скорой помощи. Я видел эти проекты, они мне очень интересны, реально, очень приличные. Вот. Но я понимаю, что здесь еще и финансовая составляющая, и интересы людей, как говорит, власть придержащих и финансы придержащих. Поэтому вопрос сложный, трудный, но, наверное, если, опять же, правильно подходить к этому вопросу, он решаем.